Председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий проинспектировал ход завершающихся работ по благоустройству территории Ухтомского пруда, одного из любимых мест отдыха люберчан. Подробности в материале Марии Антоновой. Средства на санитарную очистку старейшего водоема округа с почти вековой историей выделили средств муниципалитета по просьбам жителей. Было принято решение муниципалитетом о выделении средств на санитарную очистку осенью этого года. Вывезено порядка 13 кубов мусора. Из воды подрядчик умудрился достать дорожные знаки. Как они туда попали, неизвестно. Детские самокаты, детские велосипеды. Работы по очистке и благоустройству водоема начались в 2019 году. К его восстановлению приступили после того, как он стал заметно мельчать. Ухтомский пруд – одна из достопримечательностей Люберец. И особенно его оберегают жители близлежащих домов. Дороги надо отгородить. Помимо ограждения, жители попросили поддерживать уровень воды в водоеме и чистоту на прилегающей территории. Чтобы каким-то образом поддерживать уровень воды в водоеме, мы здесь пробурили скважину, и здесь эта скважина постоянно пополняет этот прудик водой, иначе бы тут вода просто бы ушла. Но тем не менее мы его очистили, скважину сделали. Пруд водой мы пополняем. Помимо уборки опавшей листвы и бытовых отходов, в преддверии зимы демонтировали фонтаны. На свои места их вернут уже после холодов. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.